Рихан, давайте по игре. В принципе, очень вязкая игра. В концовке был у вас момент, когда в штангу подзарядили. Давайте начнем с замены Салимова на Джабарова в конце первого тайма. Показалось, что эта замена именно из-за нестабильного психологического состояния Салимова. Как-то он был вот именно психологически не готов. Согласны ли вы с этим? Да, абсолютно согласен, потому что для нас этот турнир, я еще раз говорю, чисто набирать опыт для ребят на международных играх. И, конечно, не выдерживать нервы у ребят, потому что молодые, это все понятно. Но я не хотел, чтобы дальше так продолжался. Я, может быть, получил бы вторую карточку и вторую красную, поэтому я сделал замену. Очень эмоционально вы вели себя на бровке, много подсказывали, многим были недовольны. Давайте выделим основной компонент, которым вы были недовольны сегодня и который хотели бы исправить в будущих играх. Я сказал бы, недовольство не от этого. Я хотел чуть-чуть мотивировать ребят во время игры, потому что у нас две разные половины получилось. В первом половине мы только, как я говорю, создаем, стараемся в обороне играть правильно и на переходах в атаку создавать свои атаки. Но так получается, что в оборону больше внимания и в атаку не получалось. Во втором тайме насчет своего эмоционального подсказки я хотел, чтобы впереди поджимали, прессинговали. Такой вид.